Географов поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Он возглавил попечительский совет краевого отделения общества. Об этом стало известно прямо во время торжества. Как отметил глава региона, труды членов РГО должны находить реальное отражение в жизни края и в учебниках по кубановедению, и в разработке новых туристических маршрутов. У меня был такой билет члена географического общества еще в школе. Потому что география – это наука о нашей стране, это наука о ее красотах, это наука о ее величии. И вот в советское время, с детских лет, прививали любовь к этому величию, к красоте нашей страны. Сегодня, к сожалению, может быть, нету у школьников вот этих шведских билетов. Вот это то, над чем мне и администрации края, и вообще власти нужно сегодня работать. Потому что любовь к стране начинается с малого. В этом году общество вело сразу несколько образовательных и исследовательских проектов. Один из них – «Букет вершин». Российские художники поднимаются к самым высоким горам мира и пишут их с натуры. В 2016-м экспедиция побывала в Гималаях и запечатлела первую пятерку, начиная с Эвереста. А вот образовательные проекты в этом году проводили для детей. Мы организовывали профильные смены во всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». Причем два из этих лагеря находятся на территории Краснодарского края, два других – это Приморский край и Республика Крым. В этих сменах приняли 800 детей из 74 регионов России, тех, кто сумел победить во всероссийском конкурсе. Как отметили на юбилее, сейчас членами краевого отделения Российского географического общества являются уже 1500 человек. А сеть местных районных обществ выросла за несколько лет с 1 до 23.